Российская армия нанесла удар по Днепру беспилотниками и ракетами. Погибли по меньшей мере 5 человек, больше 50 пострадали. В Астане проходит саммит ШОС. На полях форума российский лидер Владимир Путин встретился с президентом Турции и председателем КНР. Накануне дня выборов в Великобритании политики призывают своих сторонников не упускать возможность и обязательно отдать свой голос. В среду российская армия беспилотниками и ракетами ударила по Днепру. Погибли по меньшей мере 5 человек, 53 пострадали, четверо в тяжелом состоянии. Снаряд попал в торговый центр, повредив здание. Вблизи одного из медучреждений возник пожар. В нескольких школах и детсадах взрывной волной выбило окна. Осколки прилетели в реанимационное отделение местной детской больницы. Именно в Украине начали молиться. Нам уже это помогло. Если честно, да. Я не буду уже не работать. Я вже не видержу морально. Дуже чутно, було дуже гучно, і воно прямо аж вуха заклало. Люди почали кричати, в паніці якісь там, не знаю, жінки, мамочки з дітьми. Массированному обстрелу подверглись жилые кварталы Херсона. Погибла пожилая женщина, есть раненые. Россия сбросила несколько управляемых авиационных бомб на Харьков и пригороды. Пострадавших больше 10, среди них есть дети. Тем временем Россия начала новую наступательную операцию на Донецком направлении. Количество боестолкновений по всей линии фронта возросло и составляет более 90, сообщили в генштабе ВСУ. Особенно усилились бои за Торецк. Там развернуты дополнительные штурмовые роты. Военные эксперты полагают, что ВС России хочет использовать атаку на Торецк с целью создания оперативных возможностей для продвижения либо в районе Часова Яра, либо Авдеевки. Отношения Пекина и Москвы переживают наилучший период своей истории. Так выразился российский президент на встрече с лидером КНР. В среду Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС, который начался в Астане. Как отмечают аналитики, оба стремятся продемонстрировать укрепление личных связей и партнерства на фоне растущего давления Запада. Российско-китайские отношения, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов. В кулуарах саммита Путин также провел переговоры с президентом Турции. Российский лидер сообщил, что объем торговли двух стран, несмотря на спад в последние несколько месяцев, достиг отметки в 55 миллиардов долларов. Эрдоган пообещал, что товарооборот увеличится. По мнению аналитиков, участием в саммите ШОС Путин хочет показать, что не одинок, и Россия имеет поддержку со стороны азиатских союзников, несмотря на западные санкции и усиление ее изоляции после начала полномасштабного вторжения в Украину. В Израиле один человек стал жертвой теракта в торговом центре. Мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета в Кармиэле. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, другой скончался уже в больнице. Нападавшего ликвидировали силы безопасности. Позже стало известно, что преступник – житель Израиля, арабского происхождения. Его родственников, работавших в этом торговом центре, задержали и допрашивают. Представители движения «Хамас» отрицают свою причастность к теракту, однако называют его закономерным следствием войны в Газе. Итоги выборов в законодательные органы Франции повлияют на политику ЕС в ближайшие годы. Вынужденное сосуществование Эммануэля Макрона с политическим конкурентом или правительством меньшинства – оба решения вряд ли успокоят партнеров Франции по Союзу, особенно Германию, и вызовут сомнения в способности Макрона придерживаться конструктивной политики ЕС. Сможет ли президент совместить свою политику с интересами потенциального премьер-министра конкурента? I would suspect the RN, who's been very cautious on its financial means and wants to see to audit the public accounts to see what are exactly how the deficit running,
has been the it would perhaps be more aggressive against the EU on agriculture, on trade agreements, on environment policy, rather than on budget. Евросоюз глубоко обеспокоен радикализацией французской политики и тем, что любое политическое и институциональное решение может на данном этапе привести к еще большим социальным волнениям. As for the far left, according to its pledges and promises, would try to stop this this procedure against our deficit and keep running the deficit. Тем не менее, это не первый случай, когда во Франции уживаются конкурирующие президент и премьер-министр. В период с 1997 по 2002 годы вместе работали президент-неоголист Жак Ширак и премьер-министр-социалист Леонель Жоспен. Их политическое сожительство способствовало введению евро. The question is, can we find a solution when there is the leadership vacuum at the European level? That we are confronted with, and that is now the main possibility in the next months and years. If we can still continue business as usual as we do right now, but in this is in particularly worrying in the medium to long term. Политический кризис проевропейских сил – это не только проблема Франции. Итоги выборов ЕС показали усиление политических групп, критикующих нынешний социально-экономический порядок. В соседней Германии снижается популярность канцлера Олафа Шольца. Накануне парламентских выборов две крупнейшие политические партии Великобритании представляют свои послания избирателям. Лейбористская партия по опросам имеет все шансы на победу. Тем не менее, ее лидер призвал своих сторонников не расслабляться и не игнорировать необходимость отдать свой голос. But if you want change, you have to vote for it. For what you're doing. Лидер консерваторов, действующий глава правительства Риши Сунак, также говорит о том, что не стоит опускать руки и заранее верить опросам общественного мнения. Because obviously we want to make sure everyone can vote, because this is an important election, and in spite of what some people want others to believe that it's all a foregone conclusion, every vote matters. Британцам предстоит избрать 650 депутатов Палаты общин и, следовательно, новое правительство. Политологи предсказывают уверенную победу лейбористов и окончание 14-летнего правления консерваторов. В числе районов, где разворачивается наиболее упорная политическая битва, так называемая «Красная стена» – небогатые промышленные районы центра и севера Англии, где традиционно сильны были лейбористы. Лишь 5 лет назад консерваторы потеснили их там, но теперь социалисты вполне могут вернуться на волне недовольства политикой Тори. При этом опросы показывают, что рост правого популизма в Европе затронул и Великобританию. Реформистская партия Найджела Фараджа, активиста эпохи Брексита, может занять 3-е или даже 2-е место, обойдя консерваторов. Острые дискуссии вызвало избрание патриарха Даниила новым главой Болгарской православной церкви. СМИ называют его пророссийским деятелем. Он осудил предоставление Томаса православной церкви Украины, отказался осуждать российское вторжение. Еще будучи митрополитом, следовал российскому нарративу, обсуждая происходящее в Донбассе. В прошлом году Даниил выступил против высылки из Болгарии российских священнослужителей, заподозренных в работе на спецслужбы. В итоге одни считают нового патриарха ставленником Москвы, другие надеются, что он попытается примирить Москву и Константинополь. Той ще се опита да възстанови мястото и така достоинството на българската патриаршия именно като посредник. Като посредник между Вселенския и Руския патриарх. Да работи добре, както до сега църквата била добре, така да продължи да обединява църквата, да обединява хората. Среди гостей на церемонии интронизации был и Вселенский патриарх Варфоломей, однако в совместной литургии он участия не принял. Сына думала, как же христоцентризм.
Настоятель одного из болгарских монастырей заявил о переходе в юрисдикцию Константинопольского патриархата в знак протеста против избрания Даниила. Крупнейший авиаконцерн Евросоюза «Люфтганза» получил его разрешение на покупку 41% акций итальянской государственной авиакомпании «Ита Airways». Сделка стоимостью 325 миллионов евро позволит немецкому перевозчику расширить спектр своих услуг в Италии, одном из крупнейших туристических рынков Европы. А с правительства Джорджа Мелони снято большое финансовое бремя. Если прибыль ИТА увеличится и расходы упадут, «Люфтганза» сможет получить ее в полную собственность. Рим обязуется и дальше поддерживать высокий уровень услуг и безопасности. La logica ha prevalso su i vari ostacoli e penso che con la logica questa operazione continuerà ad essere portata avanti e a concludersi ad essere un elemento di successo per, come viene detto, per l'Italia, per la Germania, per Lufthansa e per soprattutto i nostri passeggeri. Грazie. Чтобы получить одобрение Брюсселя, Люфтганза и ИТА согласились предоставить некоторые ближнемагистральные маршруты в Италии конкурентам. Это позволит объединившимся компаниям совершать беспосадочные рейсы между Римом или Миланом и некоторыми аэропортами в Центральной Европе. Что касается дальних магистралей, Люфтганза и ИТА договорились улучшить стыковки и увеличить количество беспосадочных рейсов. Компании обещают лучше обеспечивать пересадку пассажиров и багажа между транзитными рейсами, а также обмениваться слотами для взлета и посадки с другими авиакомпаниями. Сделка будет завершена после проверки на честность конкуренции.